Уже сегодня стоит приготовить лопаты. Сильный снегопад начнется в Самаре в ночь на субботу. Вот у нас холод заходит, вот это серое, это холод. А вот здесь, вот в этой части, теплый воздух. И вот они за счет того, что холод сюда опускается, и теплый воздух поднимается, увеличивается контраст. И за счет этого у нас происходит обострение фронтальных разделов, и поэтому сильные осадки. К воскресенью снежный циклон уйдет дальше вверх по Волге и на Урал. В Самаре же останется сильный ветер 15 метров в секунду. Температура воздуха 7-11 градусов со знаком минус. А с начала следующей недели в областном центре ожидается резкое похолодание. Местами ночью градус термометра упадет до 30. У природы нет плохой погоды, но стремительные температурные качели многие почувствуют на себе. Метеозависимые люди уже сейчас начинают ощущать слабость, головные боли и сонливость. Врачи рекомендуют принимать витамин С. Витамин С укрепляет сосудистую стенку и способствует тому, чтобы люди себя чувствовали лучше. Можно принимать небольшую дозу, где-то в районе 0,5 грамма один раз в день. Но это не обязательно в чистом виде аскорбиновая кислота. Это может быть что-то натуральное. Зеленые яблоки, например, да? Отвар шиповника. Перетерпеть недуг помогут хороший сон, минимальные физические нагрузки. Самым безобидным в это время будет бассейн и правильная диета. Стоит отказаться от тяжелой пищи, особенно во второй половине дня. Метеоперепады могут вызвать легкую нервозность. Здесь помогут успокоительные средства растительного происхождения. А если успокоиться самостоятельно не получается, не стоит пренебрегать обращением к медикам. Мария Левина, Константин Головин. События.